Декстер, скажи всем доброе утро. Доброе утро. Которое стремительно стремится к дню, к доброму дню. У нас до сих пор не включили интернет. Я вчера загружала все это через мобильный. Не знаю, сегодня обещают до 8 вечера это включить, поэтому, может быть, я сегодня тоже через мобильный буду загружать, пока у меня там трафик не кончится, потому что у нас не безлимитный. Максичка, что ты здесь ищешь, зайка? Сегодня, ребята, я сейчас позавтракаю, и у меня наступает день уборки. Закрываем лазарет, и все. Вот такой план. Макс, ты чего ругаешься? Ну чего? Ну что ты кричишь? Заяц. Я что-то сделать должна, не сделала, что ли? Козявочка моя. Козявочка моя сладкая. Да. Гладить. Макс такой интересный, ему очень нравится, когда вот так ты его гладишь. Но на ручки нет. На ручки брать не надо, пожалуйста. Давайте границы расставим. Лимит нежностей. Делаю. Иди, моя заюшка. Это кто вышел? Тебе приятно, ты даже мурчишь, да? Ой, ты мой сладкий мальчик. Так. А у меня готов завтрак. И чай. Пам-пам. Начинаю устранять лазарет со спальни. Давайте посмотрим, что здесь. Нужно поменять постельное белье, конечно же. Организовать ему место для мужа, потому что он спал на втором этаже, пока мы болели. Мы спали раздельно, но теперь пора возвращаться. Здесь аптечка. Здесь тоже вообще непонятно, что аптечка. Валяются теплые носки. Здесь одежда. Нужно все убрать, убрать пыль и продезинфицировать. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing. Yeah, I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate. Теперь я хочу продезинфицировать поверхности вот такой штукой. Я ее просто покупала у нас в магазине, где продается все для чистки всего. Ей можно дезинфицировать диваны, ванны, всякие места, где животные тусуются, матрас, шторы, все.
приятно пахнет. Я могу чувствовать это. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Что здесь теперь царит чистота и дезинфекция. Чисто готова к двум здоровым телам. А мы переходим к ванной. Здесь стандартная процедура: помыть раковину, убрать то, что я неделю назад, наверное, красила волосы, так все здесь и оставила. Помыть душевую, туалет, ванную сполоснуть и убрать все это на стирку. It's the time of year, winter wonderland, my winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way, a reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing, it's the time of year again. I'm happy you're here. My winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Кстати, я вам не показывала это ведро. Очень умная. Сейчас я вам его покажу. Я случайно выкинула от него зарядку. И оно больше ничем не заряжается. Заказала новую с Алиэкспресс. Вот жду. Обычно чувствую запах пластика, но тут не чувствую. Вытаскиваем. Чувствую, чувствую. Все. Оно внутри. Так, вот обратно все распределила. Я не знаю, видно или нет, по стеночкам. Красота. Очень удобно.
И я сейчас его выключила, чтобы батарейка не садилась, пока я не получу зарядку. А вообще, вот оно так работает, так... Но оно сейчас так пищит, потому что у него батарейка садится. Поэтому я его выключила. Называется вот так вот. Я его вообще покупала в Дании, но я думаю, они на Алиэкспресс тоже есть. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere. Дезинфицируем ручки. Здесь у нас сюда выключатель тоже. Красота, чистота. Здесь тоже чистота. Ну что, двигаемся теперь в коридор. В коридоре, в прихожей, там ужас. Ну что же, ребятушки, здесь, как вы видите, вообще беда. Крошки из туалета, ресайклинг пакеты, коробки, ботинки, еще коробки, всякие медицинские штуки, мусорные пакеты. Это просто ужас. Я такой прихожей не видела никогда, надо с этим что-то делать. Fireplace. Carolers are singing outside.
что вот такая теперь тут чистота и красота. Было, стало. Огромная разница. Теперь я принимаюсь за диван. Убираю все лекарства, которые нам больше не понадобятся. Все, спасибо, до свидания. Тоже уберу, значит, шерсть с дивана, забью подушки. Здесь тоже нужно протереть. Начинаем. Готово. Здесь у нас тоже красота и чистота и сонная кисунечка. Где мой сладенький? Где моя сладкая заюшка? А теперь кухня. Что мне нужно на кухне? Так, сейчас там машинка стирает, надо закрыть. На кухне вот это вот разобрать, брать все лекарства. Посудомойка. Ее нужно загрузить. И, в общем, протереть все поверхности. И пропылесосить, помыть полы. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves in this building in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that we do not have.
say we could be ourselves. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Chasing all that we gonna bear. Chasing all that we don't have. Chasing all that we gonna bear. We gonna all the way back home. Chasing all that we gonna bear. Chasing all that we don't have. Chasing all that we gonna bear. We gonna. I always knew we could do so many great things. So believe in me. I believe in you. And I just feel that this will be an upswing. So hear me out. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. Ну что же, готово. Все, везде чистота, полы чистые, раковина чистая. Основные зоны я убрала. Еще мне остался второй этаж, но это уже в другой день. Я, кстати, даже не устала. Так что это очень хороший знак. До сих пор пью янтарную кислоту, и муж тоже начал пить. Чувствуем себя хорошо, так что продолжаю ее советовать. Спасибо, что смотрели со мной, были в этот день. Вот весь день я убирала дом и вам все показывала. Завтра у нас суббота, выходной. Может быть, мы поедем в магазин, посмотрим подарки. Надеюсь, что не очень будет много народу в магазине. В любом случае, увидимся с вами завтра. Пока-пока.